Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Буквально за пару дней до самого ожидаемого события лета Экофеста 2017 возле Мариной горки в Экотехнопарке SkyWay состоялась пресс-презентация сразу трех видов транспорта будущего – струнного транспорта юнистского. Возле Мариной горки под Минском присутствовали представители важнейших белорусских и межнациональных средств массовой информации, а также представители литературного сообщества и энциклопедисты. Анатолий Эдуардович рассказал журналистам о технологии SkyWay и продемонстрировал ее в действии. Гостям были показаны Unibus, Unibike и Unitrack, чтобы они смогли самостоятельно оценить их реальность и текущие скоростные возможности. Цели ставить рекорды не стояло, но скорость 80 км в час, запредельная для городского транспорта, была продемонстрирована. Затем, когда накопилось много вопросов, состоялась пресс-конференция с участием высшего руководства закрытого акционерного общества «Струнные технологии», которая затянулась намного дольше запланированного. Зато никто из представителей средств массовой информации не жаловался, что Анатолий Юницкий не ответил хоть на один заданный вопрос. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект, и вы всегда будете в курсе всех наших последних событий. Строй SkyWay, спасай планету!